Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. В сегодняшнем видео мы вновь поговорим о криптовалютной бирже. Криптовалютная биржа – это интернет-ресурс, позволяющий покупать и продавать цифровые валюты в режиме онлайн. Помимо торговли криптовалютой, криптобиржи также предоставляют возможность хранить монеты в наличных кошельках. Сейчас на рынке существуют сотни криптобирж, и каждый день появляются все новые и новые. И я считаю, что это хорошо. Они конкурируют между собой, и каждая из бирж старается предложить трейдерам лучшие условия. В сегодняшнем обзоре я бы хотел вам рассказать о новой бирже, которая называется TradeCax. Данная биржа заинтересовала меня, и я думаю, понравится и вам. На бирже TradeCax доступна покупка, продажа и маржинальная торговля. В мире трейдинга очень важно обеспечить безопасность и защиту данных. Услуги TradeCax гарантируют 100% защиту данных для каждого зарегистрированного пользователя. Очень важно торговать с надежным партнером. От регистрации пользователя до пополнения и снятия средств они предлагают безопасную и надежную платформу. Ваш кошелек будет в безопасности, ведь услуги TradeCax ориентированы на полную защиту вашего кошелька, чтобы наслаждаться лучшими транзакционными услугами. Также они предлагают круглосуточную поддержку в реальном времени, чтобы направлять вас с вашими запросами, связанными с торговлей и прозрачностью. Ну а теперь давайте перейдем на биржу TradeCax и познакомимся с ней немного поближе. Ну что же, вот мы и на сайте www.tradecax.com. Ссылочку я оставлю обязательно в описании к данному видео, и вы сможете перейти по ней. Первое, что бы хотелось сказать, здесь достаточно много различных пар. Торгуются они как к биткоину, да, так и к эфириуму, так и к USDT. Также и будут в скором будущем торговаться к их токену. Да, видите, здесь очень много пар к их токену будет. Об этом мы поговорим чуть позднее. У них как раз таки сейчас проходит IO, в котором можно принять участие. Здесь мы видим различные плюсы проекта, но об этом я уже говорил, их доверенные партнеры и различная информация. Ну что же, для того, чтобы зарегистрироваться на бирже, нам не потребуется ничего сложного, да, нам потребуется наша почта и также придумать пароль. Нажимаем «Зарегистрироваться» и здесь вводим наши данные. Я уже зарегистрирован, также я оставлю вам реферальный код в описании к видео, пожалуйста, используйте его, вам ничего этого не стоит, а мне будет бонус. После того, как мы зарегистрировались, мы уже можем с вами войти и посмотреть, как вообще выглядит биржа изнутри, так сказать. Да? Теперь нам необходимо писать наш email код, да, для того, чтобы войти. Для того, чтобы пользоваться биржей, первое, что нам необходимо, да, для того, чтобы вводить, нам необходимо будет пройти процедуру KYS, так как у нас за регистрацию дается первый уровень, и мы не можем снимать ничего. И если мы пройдем второй уровень регистрации, да, пройдем KYS, то мы получим второй уровень и сможем снимать до 10 биткоинов за 24 часа. Ну и самый такой сложный курс, как на других биржах, да, там видео, здесь уже мы можем снимать сколько мы захотим. Также у нас имеется перевод на другие языки, да, есть и русский, но перевод, к сожалению, не полный, но как есть. Итак, давайте первое, о чем я все же хотел вам рассказать, это о IO, которое проходит сейчас, да, и они как раз таки продают свой токен, на токен и X, вы можете его приобрести. А его у нас идет 16 июня и продлится до 16 июля. Да? То есть в течение у нас получается одного месяца будет. Ну и потом сразу же будет листинг, конечно, на данной бирже, где его можно будет продать. Да? То есть, как я показывал вам, пар будет очень-очень много. Купить можно у нас за биткоин, за эфириум или же за USDT. Получается у нас цена такая, да, на данный момент. До конца у нас осталось 28 дней. То есть цена маленькая. Я думаю, что после листинга цена вырастет. Только запустилась продажа, да, продали не так много еще монет, как мы видим.
И софткап они установили достаточно небольшой, это 1.5 миллиона, ну а хардкап это 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов, конечно, будет сложно собрать, но я думаю, что 1.5 миллиона вполне возможно, и они соберут. Потому что, ну, биржи они собирают, я бы так сказал. А также, что еще бы хотелось вам рассказать, здесь у нас имеется реферальная программа, да, то есть если вы позовете, допустим, кого-то, и они приобретут токены на данный IO, то вы будете получать за это средство. Во-первых, вы за то, что они зарегистрируются на бирже, будут торговать, будете получать 50% комиссионных. Приглашать надо по данной ссылочке, да, копируйте и приглашайте. И когда, допустим, участник, которого пригласили, купит что-то на IO, да, какие-то токены, вы получите 10% комиссионных за то, что он приобрел. Да, комиссионные выплачиваются в USDT, биткоине, либо эфириуме. Это достаточно неплохо, да, вы будете получать и комиссионные за торговлю на бирже, ну а также комиссионные именно за то, что он получает в IO 10%. Достаточно неплохо и хороший такой процент, поэтому советую вам поучаствовать. Что касается депозита, да, как сделать депозит, ну, сделается это также просто, как и на других биржах. Нажимаем депозит, здесь уже выбираем криптовалюту, в которой мы хотим сделать депозит, да. Допустим, там биткоин, генерируем адрес, нажимаем сгенерировать адрес, и как мы видим перед началом процесса, пользователю необходимо создать профиль, то есть нам необходимо здесь заполнить данные о себе, страна, адрес, да, это город, это телефон и так далее, и после этого мы сможем уже делать пополнение. Но скажем, что выводить без QoS у нас не получится. Что касается самого торгового интерфейса, давайте взглянем на него. Выглядит достаточно неплохо. Как мы видим, у нас по объемам объем присутствует. Да, это не такие большие, как на топовых биржах, но, как я сказал, они только недавно появились на рынке. Поэтому объемы неплохие. Здесь мы видим стаканы на покупку, на продажу, историю, ну и здесь мы можем выставлять свои ордера, да. А здесь у нас внизу открытые ордера, а также история по ордерам. А что касается графиков, то здесь все у нас стандартные, стандартные настройки, как и на других биржах. Ничего такого нету, и я думаю, что с этим тоже разберетесь. Поэтому, если вас интересует новая биржа, то советую вам присмотреться и поучаствовать в их IO, то есть можно, я думаю, неплохо будет заработать на их IO, потому что цена вырастет, ну и рекомендовать знакомым, да, получать 10% комиссион. Ну что же, на этом я завершаю свой обзор, всем спасибо за внимание, не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить лайки. Всем пока!